Надо пылесос будет честным достать. Мэри, хватит уже. Блядь, Милку ищет. Перестань. Милочка, Милочка. Миречка. На, Свет. Друзья, всем привет. Время 5:30 вечера. Работа еще не закончена. Уже покажу вам так предварительно. Расскажу, покажу. Вот такие окошки нам поставили. Это сейчас Мишка придет. Гуляет сейчас парень. И завтра полностью он любитель вот это обдирать, вот эти все. Ему это нравится. И завтра полностью все, весь вот этот пленочку обязательно снимет. Потому что пишите вы, нужно обязательно снимать. Потому что от солнца приклеится, потом не снимешь. Вот смотрите, это со стороны. Здесь, в общем, наша спальня. Три окна получилось здесь. Одно окно, самое первое, можно на проветривание, можно полностью открывать, москитная сетка. Среднее окно полностью глухое, с отдиранием. Вот, и третье окно, точно так же, можно на проветривание, можно москитную сетку. Вот. С Мишкиной комнаты. Света с той стороны. Сейчас будет. Достали пылесос немножко. Привет! Привет! Да. С Мишкиной комнаты два окна. Оба окна. С москитными сетками. Можно на проветривание, можно полностью открыть. Еще не поставлены отливы, или как они правильно называются. Не здесь, и еще на кухне. Пойдемте покажу. Вот он душ. Вот она будет кухня у нас. Тоже окно с москитной сеткой. Можно на проветривание. Можно и полностью открыть. На кухне у нас одно окно, поэтому тоже все условия. Хотите так, хотите так. Старые окна поснимали. Сейчас тоже отнесу. Выбрасывать мы ничего не будем. Вы нам советуете оставить их на теплицу. Ну, так и сделаем. Не знаю, будем теплицу ставить, не будем. Ну, по крайней мере, выбрасывать пока не будем. Там будет видно. Так, аккуратно за гаражом поставим, никому не мешает здесь. Вот они двери, которые будут входными. Темное стекло, цвет коричневый. Вот здесь они будут стоять на входе. Не успели, вернее, не то, что не успели. Свет сегодня целый день, то включат, то выключат, то включат, то выключат. Как специально, вот эти все дни, недели, вообще ни одной проблемы не было с электричеством. Сегодня Мэри лает. Сегодня полчаса есть, 10 минут нет. Он где-то что-то переключает. Опять час есть, на час выключили. В общем, только-только вот нормально вроде как стабилизировалось, поэтому задержались. Опять же, смотрите, здесь двери пока входные. Козырек сняли. Здесь двери пока входные. В планах сделать вот здесь небольшой тамбур, чтобы не напрямую эти были двери, а еще одна дверь была, чтобы не заходить сразу холод туда, ну, понимаете, да? А чтобы был какой-то тамбур, где можно обувь оставить и все остальное. Немножко вот так
Сейчас покажу. Вот это квадрат. И вот по этот, ну это веранда пошла. И вот по этот квадрат вот здесь где-то вот так вот будет. Вот так. Мэри с ума сходит. Котенка слышит. Мэри, иди сюда. И все. Ну а дальше тут будут другие двери. Еще посмотрим какие. Так что вот эти двери, это не окончательно, не уличные. Также ставим мы двери вот там. Там будет либо летняя кухня, либо гостевая комната, потому что у нас все-таки в доме всего две комнаты. Если кто-то приедет, или брат Светы, или дочка, или ну вообще кто-нибудь в гости приедет, ночевать просто негде. Поэтому мы, я уже в видео говорил, в роликах, что будем, планируем делать гостевой домик. И вот хлопцы до сих пор там сейчас ставят. Одну дверь поставили, и Светин кабинет тоже в планах. Тоже сразу поменяли двери. Взяли мы кредит, я уже говорил о этом видео. Взяли кредит, рассрочку на 3 месяца за окна, за двери. Ну, я думаю, что будет все нормально. Пишите вы тоже, что нужно было поменять сразу заодно и на веранде окна. Это понятно. И за отмостку пишите. Да, у нас нет отмостки в доме. Нужно заливать. Все упирается в финансы. И только. Только в финансы. Время, ну, если были бы деньги, сами понимаете, бригаду бы наняли, отмостку бы сделали. Неделя была бы отмостка. Наняли бы и окна поменяли, и то, и то, и то. Ничего, со временем все будет, со временем мы все сделаем. Ну, пока так. Дом стоит уже сколько лет, не один десяток. Я думаю, что еще простоит. Сегодня в планах было еще вот эти синие двери с феном полностью очистить температурой высокой. А потом покрасить в белый цвет. Вот эти все. Раз, два, три. И входную. Тут 4 двери. Я уже сказал, не было электричества. Да, и парни работали. Ну, поэтому мы бы мешали. Совсем немного мусора. Правда, совсем немного. Света вон там немножко. Да, там плячку немного. Мэри спотыкнулась. Это ж ищет так котика. Где Милка? Не надо, Мэри. Хорошая, хорошая. Мила хорошая, Мэри хорошая. Неугомонная все-таки эта девка. Я уже показал. Вот так нам сделали подоконники. Ничего здесь не снимали. Здесь дубовые. Вот такие вот. И подоконник дубовый. В общем, просто сверху красивый пластик сделали. И все. Здесь зашпаклюется и закрасится вот эти места. Немножко отрезали, ну, чтобы было красиво, эстетично. Ребята работают, ну, с утра до вечера. Кавы, да. 2 раза всего кофе попили и все. Нашу комнату изнутри. Вот, не было света, я доставал аккумулятор, инвертор. Мне нужно было подзарядить телефоны, пауэрбанки. Вот наша комната. Все то же самое. Окно проветривания, окно полностью открытие. В обязательном порядке надо вот здесь все вот эти деревья поубирать вплоть до забора. Особо открывать не хочется, там перед забором еще есть. Надо посмотреть, правда, может это какое-то плодовое, не знаю. Вот это глухое окно. Ну и последнее тоже проветривание и... полностью открывается. На цивилизацию становится похоже все больше и больше. Мне уже так надоело жить вот так. Диван стоит и больше ничего. Куча вещей, абы как. Ну ничего. Спасибо добрым людям, помогает. И вам, друзья, спасибо большое за то, что подсказываете. За то, что даете напутствие, как делать, да что делать. Огромное вам спасибо. Большая благодарность также всем, кто помогает материально. Это для нас подспорье. И еще, если бы вы знали, еще какое. Я уже завтра с утра, когда полностью все будет, обязательно вам покажу еще. Полностью пройдусь, как закончились эпопея с окнами и с дверьми. Надолго я не прощаюсь. Всем мира. Добра, здоровья. Скоро увидимся. Пока.